Так, значит, это продолжение все той же темы ТТР-125. Значит, так как я поставил ДНМ-овский амортизатор, пришлось мне здесь убрать штатное крепление аккумулятора. И вот я сделал таким образом альтернативное. Вот под такой аккумулятор. Значит, устанавливается это дело вот так. Этот, собственно, коммутатор устанавливается вот таким образом. Аккумулятор. Фишечка припаяна. Фишечка припаяна. Вот так вот. Хоп. Все здесь без единого вообще, я не знаю, без клепок, без всяких. Здесь двусторонний скотч. Здесь тоже эта полоска от какой-то декоративной накладки на двери купе. Алюминиевая пластинка. Я ее загнул. С обратной стороны там двусторонний скотч. Все это соединилось. Это не скользит. Значит, все здесь. И вот таким образом это все встает. Так. В распорчик. Так, это дело, проводочки укладываем. Проводочки уложили. Ну и в общем все в принципе понятно, как это ложится. В общем, вот такая получилась аккуратная установка, плотно и компактно. Ну, в общем, ничто, нигде ничего не мешает никому. Делал из того, что увидел в гараже, как всегда, собственно говоря. Ну, в общем, так. Было сделано за 15 минут. Всем удачи!